Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня начинаю серию обзоров, которые я называю ленивыми. Это обзоры на диване. Сегодня я расскажу вам о том, о чем я узнал уже несколько дней, как в Google Now появилось распознавание русского языка. В Android 4.4 это достаточно вот так потянуть снизу панельку, и вы увидите, Google Now предложит запуститься. У меня Android 4.2, поэтому придется нажать поисковую строку Google. Итак, достаточно запустить Google Now и сказать волшебное слово «Окей, Google!» Какой прогноз погоды на завтра? И Google начнет искать либо в интернете, либо по запросам некоторым у него есть свои фишечки. Окей, Google, прогноз погоды на завтра. Калининград, 16 градусов, пасмурно. Также Google Now умеет создавать планировщики задачи, будильники. Окей, Google, разбуди меня завтра в 7 утра. Установка будильника. Также можно создавать заметки в календаре. Окей, Google, напомни мне 8 августа о дне рождения. Вот он предлагает заметку в календаре создать. Окей, Google, где находится площадь Победы в Калининграде? Карта по запросу «Площадь Победы, Калининград». Окей, Google, как добраться до Площади Победы в Калининграде? Прокладка маршрута до адреса Площадь Победы, Калининград. Как видите, свойств очень много умеет делать всяких фишек Google Now. Также он умеет, к примеру, вычислять всякие суммы. Окей, Google, сколько будет 63 умножить на 85? Окей, Google, 63 умножить на 85. 63 умножить на 85 – это 5355. Окей, Google, как выглядит Билл Гейтс? Окей, Google, как выглядит Джессика Альба? Джессика Альба. Окей, Google, как звучит соловей? Но, к сожалению, по звукам пока он не находит. Также Google Now умеет открывать приложения. Окей, Google, открой YouTube. Окей, Google, открой календарь. Приложение открывается. Ну и так далее и тому подобное. Полный список возможностей Google Now вы можете посмотреть в том же Гугле, погуглить. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока что канал находится в режиме стендбай. Проблемы с платежами, проблемы с моей основной работой. Пока что обзоры достаточно редки, но к августу я стараюсь возобновить полностью обзоры. Будут частыми, будут устройства, будут интересные программы и игры. Всем удачи, всем пока!